секрету. По секрету? Да, да. Все равно же все друзья, все равно надо с друзьями делиться. Это будет рэп. Йоу, йоу. Круто. Я from Волжский. Алексей from Волжский. Яна, ВТЗ. Я MC King. Моя задача в том, чтобы вам рассказать подробно обо всем. На времени смотрите, рекламы тут нет. Послушайте историю, найдите мне ответ. Зовут меня Королев Иван. Я молод, энергичный, я реальный пацан. Ну, собственно, дальше по тексту уже слышали. Моя фамилия Иван Павлович Королев. Волжский трубный завод. Являюсь летним членом всеразличных конкурсов. Конкурс «Мисс и мистер». Неоднократный победитель городских конкурсов. А также сейчас новый амплуа. Буквально для вас специально эксклюзивное видео. Еще и даже команда об этом не будет знать. Специально для вас. В новом музыкальном будет мой образ. Я занимаюсь пародиями, и новый мой образ будет в качестве Григория Лепса. Не знаю, как получилось, я думаю, здорово. И зрители это оценят под ваши бурные аплодисменты. Подушку по ночам рыдает.
ноги пластика спасает. Заявляю правогласно, прошу тебя, будить опасно. Но и мы простые люди, прошу тебя, будить не будем. Об этом петь не будем, ведь там смех и бред. Но если в двух словах, то нам их не понять. Отец похож на сына, а бабушка их мать. Шоу-бизнес поражает, кто и от кого рожает. С ноги город круче сделал, захотел и сам заделал. Еще раз раздражают продавцы Макдональдса, но скоро их количество должно удвоиться. Подали заявки, чтобы там работать. Смелости кумулета предлагаю хлопать. Две миски на ТДВИ, специальные соусы, огурцы, салаты, лук. Все на булочке с кунжутом. Еще раз раздражает раздражение на коже. Само слово раздражает, раздражает тоже. Раздражает, когда люди не поют под фонограф. В общем, раздражает все, как Сирия Обаму. И пока нас раздражает, все золото года дорожает. Дорожает год от года. Не уволюсь я с завода. Чтоб тебя, любимый зритель, ничего не раздражало. Сборная Победа на Урале выступала, повстречал единорога. Он всех поздравил с Новым годом. Слышишь, может, единоросса? Да какая разница, что тот сказочный персонаж? Всем известная попсовая песня. Боже мой, какой мужчина, хочу я от тебя лишь сына, хочу я от тебя лишь дочку. Дочка, 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 дочка! Команда КВН 3D, дорогие ваши аплодисменты. Когда все началось, никто не знает точно, а если кто и знает, то вспоминать не хочет. Есть то, чему не хочется искать замену. Наша история о дружбе необыкновенной. Обычный старевар Серега работал в смену, о нем шептался весь завод и даже стены. Он не был ни певцом, ни спортсменом, известен он другим, он дружил с Мартеном. Мартеновская печь или просто Марти. Играли вместе в шахматы, а иногда и танцы. Разгревал на ней обеды, а на утро встали. Уводил Мартену крономаш, как соляй. Серега знал о Марти всю анатомию печи, а по ночам вместо барашка почитал. На Новый год он не стоял, ненавижал Мартен. И каждый год в 12 ночи он эту песню пел. Не важно, с кем дружишь, не важно как, не важно, умный или дурак, ты должен дружбу всегда ценить. Без друга знаешь, так много жить, а с другом мир сильней. И дружба делает нас сильней. Не важно, другом как быть, без друга знаешь, так много.
стирая, выкладывал из кирпичей. Марден, скучаю. И вас на следующий ваш наказ, и ваш умный и дурак. Ты должен дружку всегда ценить, ты без друга знаешь, что сложно жить. А с другом мир всегда светлее, и дружба делает нас сильнее. И ваш на друга хороший быть, с друзьями знаешь, что классно жить. Силуэт знакомой печи. Старимара, нет тебе счастливее.